Привет, зритель. Знал бы ты, какая я злая. Я полчаса пыталась подключить камеру к планшету. Я уж пошла за другой, но она внезапно соединилась. Я не знаю, что эти китайцы... Я злая. Намудрили, обновив свое приложение DJI Mimo, что оно стало через жопу работать. И некоторые программы в новой версии... Точнее, некоторые функции в новой версии не алло. Мне уже почти остыло мое мясо. Вот эта коза его успела уже пожрать еще до того, как я поела. На, мяу. У меня остыла моя капуста. Я еще не была на улице. Наверное, надо как-то это... Не знаю, приблизить, не приблизить. Вот так, наверное, сделать. У меня что-то интернет, когда надо было что-то загрузить, стал резко не алло. Я вот думаю, переложить это куда-то на тарелку, в которой можно подогревать. И подогреть это в микроволновке, потому что холодное. Ну, вообще холодное. И вот у меня еда согрелась. И это наглое животное, что разодрало у меня, как вот там, шнурок из спортивного костюма. Сожрала уже прилично мясо, все равно лезет. Там дождик, я на улице еще не была, я просто жуть какая злая. Меня что-то так все раздражает, что хреново работает. Но голова вроде как пришла. Там несколько человек в телеге дали мне знать, что можно просто поесть. Без обсуждения какой-то темы. Я хотела просто поесть. Но у меня еда успела остыть. Поэтому у меня уже просто сейчас идет сначала негодуя дикая. Может, ты уйдешь куда-то, а? Ну, неудобно сидеть, кошка. Вот тут у меня что-то местами мясо. Хочешь, пожри. У меня тут есть редиска, которую я сегодня случайно обнаружила в холодильнике. Мясо я порезала местами, ну, большими кусками, короче. Это Лёля Бог вчера послал добрую сестру с говядиной. Момент, когда я решила уже, думаю, спать ли, все равно башка болит, делать ничего не могу. Принимая вопли по поводу, надо было пораньше порезать это все заранее. Я ее слегка мариновала в соевом соусе, но в другом. Там был бальзамический уксус, специи для мяса и белое вино, как-то ко мне подруга приперлась со вином. А я белое вино не очень. Я его потом перелила в какую-то баночку из бокала, покрыла крышкой, подписала баночку белое вино, замариновать мясо. И вот оно таки замариновалось. Это говяжья мякоть. Но на вилке у меня маленький кочежок капусты. Ну, вот такие маленькие кочежки капусты. Недорослики. Я, по-моему, забыла посолить совершенно эту капусту, когда жарила. Немного жестковато. Да. Просто подписчица Аня. В момент, когда я тут с мигренью помидорала в очередной раз, практически постоянно, заявила, что все мои банки пересмотрела и хочет новый. А я все не пишу. Я подумала, ну ладно. Поем с камерой, хрен с вами.
В итоге выяснилось, что у меня нет ни мешков для запекания. А я в последнее время что-то такое курицу в микроволновке не делала. На этой вот форме. Ни фольги, чтобы покрыть форму для выпечки. И мясо немножко сверху подсохло. А мешочек, в котором оно мариновалось, я благополучно отправила в мойку. Кошка, тут что-то жесткое для моих зубов молочных. Так-то по деле можно было эту мякоть пустить на фарш и на котлеты. Но я был слишком мертв для этого. Я там лиц загрузила. Чуть попозже загрузи шортс. Может, он даже выйдет уже к моменту, когда я это смонтирую. Я подружке, у которой дыре в ноябре, случайно нашла на Вайбрис обалденную футболку. Всего 700 с чем-то рублев, 100% хлопок с обалденной надписью. Королева мне, королева рождается в ноябре. Ну там как бы на каждый месяц есть. А ей 45 лет стукает. Думаю, что-нибудь такое прикольное, помимо того, что она сама хочет. Ну, в смысле, помимо того, что она сама попросила. А там такой обычный подарок. То, что сама попросила. Ну, пусть будет еще и такой. Блин, надо было, наверное, побольше капусты делать. У меня там еще был петушок такой. Ну, еще момент такой, пока у меня была мигрень, я почти ничего не ела. Ну, как бы я ела пару раз в сутки, но очень мало. А тут она наконец-то практически прошла. И появилось желание, хочу поесть. Какая-то специя. Ну, у меня там смесь такая, очень довольно крупные специи для мяса. Блин, я же хотела соевым соусом тут полить куда-нибудь. Сейчас дам. А что везде за хозяина сожрёшь? Если тебе не дадут. Вот здесь у меня еще есть немного наших помидор. Они как бы дозревают. Садовых. Я повадила что-то помидоры есть с чесночком. Ну, совсем уж такие красные у меня уже сожраны. Я выискиваю остатки капусты. По ходу дела я хотела капусты. Даже, наверное, больше, чем мясо. Не вздумай сейчас на стол прыгать. Сейчас я отрежу и тебе дам. У меня там еще другая говядина. На кости в медленноварке я хочу потушить потом картохи тушеной. Ну, в смысле, картохи с ней. Нет. Чего? Ты вообще хоть жуешь? Да. Надо было хлебушка взять. Или что-нибудь такое. Кто-то мне говорил, не скреби вилкой ложкой по тарелке, остается еда, не доедай ее, оставь, не знаю, кому, кошке, наверное. Потом кто-то говорил,
скреби. Потом, значит, не оставляя еду, надо подгребать ее этим хлебушком. Каждый раз, вот когда снимаешь на камеру, обязательно найдется кто-то, кто скажет, как у него в семье принято есть еду. Да сейчас да. И вот когда я ем мясо, у меня такое ощущение, что вот это животное, что бы я ни ела, какое бы мясо я ни ела, она ест больше хозяина. Прям сюда налью. Ножичек мне тут наточил мой добрый зять. Теперь это очень острый ножичек. А редиска, сидите ровно. Я ее с ней уезжала в деревню последний раз, свой уезд, наверное. Часть съела, часть забыла. Она приехала обратно. И вот положила на очень видное место. И только сегодня. Спустя, наверное, месяц, как приехала из деревни, я ее обнаружила. Достала из пакетика, хвостики срезала, смотрела, она в порядке. Думаю, надо ее съесть. Редиска, кстати, с маслом миндаля, которую я тут отжимала себе. Капуста жарилась тоже на масле миндаля. Что хочу сказать, помимо того, что миндаль дофига дорогой, если бы сама не жала это масло, не поверила бы, что это масло миндаля. Кошка, ты меня прости, но тут что-то не для моих молочных зубов. Вообще не могу. Если не забуду, вырежу этот момент, а то вдруг какая ранимая Юля из Беларуси попадется. Чего? Разозвала? На жилки. Я специально порезала его на куски поменьше. Ну, нужно было подольше мариновать, я что-то тогда мясо не мариновала. Говядину. Да и свинину уже. Я последний раз делала кролика в мединоварке и козу. Кролик был с тушеными, ну, с овощами тушила, а козу с картохой. Тогда хотела записать, по-моему, онлайн, но что-то у меня тогда было состояние, что, ну, как-то помираем в очередной раз. Может, поменьше кусочками порезать. Слушай, ты вообще жуешь? Сидит снизу и смотрит на меня. Типа, хозяин, да и шо? Ой, у меня тут халат там, может, как-то не так закрытый. Прибежит тот попобольник. В силу мигрени мне хотелось странного. Того, что, в принципе, у меня уже есть. Того, что мне, в принципе, не очень и надо. А потом внезапно того, что я вроде как хотела, но подумала, что, в принципе, не особо сейчас и надо. Но в итоге заказала. А так как мой друг, которого я троллю, любимый мужик, ну, фраза вот этой, любимый парень, любимый мужик, просто любимый,
будучи в отпуске, снова благополучно ушел в игнор. До следующего вя-вя-вя. Наверное. Ну или когда я в рабочий час скину листик на бету. Был, короче, в офлайне. Ну, в смысле, как? Был, но не читал. Есть еще один друг. Но там сейчас такие проблемы. Не до меня. А тут вылез еще анонимус. Психолетника. Я анонимус уткнулась. Думаю, купить мне это или нет. Я думала, он мне сейчас скажет, Лёля, типа, нахрена оно тебе. Он мне говорит, если купишь, то проведи стрим. Вот такой-то песенкой. Я в этом году еще не делала стримы. Потому что нет у меня феерический. Вообще, по-моему, в Углическом районе инет феерический. Не только у меня. Ну, думаю, ладно. Придется попробовать. Найти надо будет ноты песенки «В траве сидел кузнечик», потому что я как-то не помню, как он выглядит. Может, у меня где-то они и были. Но у меня была шикарная книжка с нотами, которую одна мадама взяла на растопку печки. Без спроса. И больше она тут не была. Потому что я уже не пускала. Масса-то. Да сейчас, да. Трется там вокруг меня. На. У меня тут есть хурма. Неполноценных 1.5 банана. Я вчера даже конфет себе купила. В магните в солнечном. Ну, я пишу это, да? 16 минут уже. Ты где? Не грязи там ничего, животное. Я тебе лучше мясо еще дам. В общем, в следующий раз надо будет, перед тем, как говядину запекать, прикупить себе пакет для запекания. И вообще, может, ее лучше делать в этой самой. Там еще есть немножко мякоти у меня. Медленноваше. Тут у меня был стаканчик кефира, он просто квашки ходит. Застряла специально дома, холодная, прогреется, выпью. И я ей положила в миску. В своей миске она есть не стала. А я пока то, пока сё. И она мне полчашки сожрала этого, просто квашки. Да, хитрожопая кошка. На. Ну чего? Тормозим. Меня сегодня звали на обед. 12 часов. А я лежу такая, никакая. Даже не сразу поняла, чего от меня хотят.
думала, хотят просто со мной погулять, куда-то сходить. А оказывается, вызывали просто на обед. И тогда вроде и погода еще меняемая была. Потом уже дождик пошел. Но я, как обычно, всю хорошую погоду пролежала с Мегайо. Так вот, что, я даже забыла, как ее по времени в духовке, на какой температуре запекаю обычно мясо. Потому что делала, если вот последние разы, месяца два-три, только эти ножки куриные. В этой самой микроволновке. Ну, а последний кусочек. А это уже мы потом с тобой съедим. Сказала Лёля и решила пить еще. Кусочек капусты. Ну как бы я сегодня ела суп-пюре. Не знаю во сколько там. Часа в два, наверное. Дня. Микроволновку, наверное, убрать. Или в духовку поверх. Прервусь ненадолго. Снова я тут. У меня тут просто черный чай. Этот самый, как его звать? Ричард. Финики. Вот эти самые бараночки без никто. Что-то она сломалась. Немножко конфет. Немножко Milky Way. Неполноценная, ну тут половинка конфетки, я просто не теряла. Помимо, ну короче, тут баунти, тут неполноценная конфетка. Сейчас прежде чем скидывать вот это на планшет, надо с планшета скинуть на ноутбук. Мысли на внешний диск. Выкладывала видео про телефон, даже не ожидала, что скоростной работает, учитывая, что на шорс еще плюс-минус что-то набирается последние месяца два. А на всякие там пустые баночки, уходы, парфюмы, прочую ерунду. Да те же там, даже АСМР и харчики. Как мусор. Не, я понимаю, наверное, у людей там проблема заюзать YouTube. Ну, с Мегафона Билайна он нормально. Даже получше, чем некоторые сайты, где вот что-то я другое смотрю и читаю. Где там эта неполноценная конфетка? Это я вчера, не считая фиников, в Магните полностью закупилась. Финики были в другом месте. Это вообще отдельная тема для Монбанка. Но я вчера, вроде, общалась с подписчиком, или позавчера, фигнет, который сказал, что он собирается делать свечки впервые в жизни на Новый год своим друзьям. Я вспомнила, что Юля тоже делала свечки. Я подумала, уже два зрителя разного пола делают свечки. Ну, из воска. У меня даже была мысль, то, что когда-нибудь этим заняться. Напомню, у меня одна сестра в детстве делала свечки, но я не знаю, конкретно свечки или как вот там. Воск просто скрутила, ниточку вставила, и вот он свечка. Я ведь в этом году так и не съездила в то место,
Где облепиха растет. Вполне возможно, что ее уже там сожрали птицы, даже последнюю. Потому что сегодня вообще 30 октября. Была бы завтра хорошая погода, я бы съездила. Да туда. Ну еще я сегодня все планировала. С расчетом, если вдруг пройдет голова раньше, чем могла бы. Но в итоге не попала. Везти туда кое-что. Так а я что? Вот я лох. Я когда-то выключила эту свою именную наварку. Надо будет тогда бульончик часть отцедить. Не прыгай сюда. Не прыгай сюда. И провод не жри от этого самого от телефона. Не жри. Вот же звук-то, ё-ха-ё. Вот. Вот что это такое, а? Вот что это такое? Что это такое? Ты беременная мясом уже. Учитывая, сколько ты сожрал. Когда я вчера покупала банки, я так подумала, нафига оно мне? Я же изначально хотела только сыр. На самом деле, изначально я вообще ничего не хотела, пока их не увидела. У меня сзади баррикада. Я про это знаю. Там вообще жидкий пальмовый сахар, который изначально был очень густым. Ковши творожок, который я думала кофте встать. А где там уже 8:30? Совсем без свежего воздуха грустновато будет. На хоть помойку выкину, что ли. Но там дождь идет. Мои концепты камушки я благополучно схомячила. Все, зритель, я поел. Надеюсь, ты тоже. Хочешь поддержать канал Генбот Облако? Я скажу тебе спасибо. Хочешь СМР с чайным домиком? Можешь поддержать канал. Но не совсем домик, ну там такая коробочка с чаем. Ну это, писала в телегу, скажу тут. Если вдруг вы мне писали в последний месяц какие-то запросы, а я их не сделала.
Можете их повторить, потому что когда у меня мигрень, моя память равна не скипер. Всем пока!